Мы приехали выбирать растения. Здесь, ну, как частный магазин. Вот, сейчас покажу здесь. Так, внизу это цены стоят. Умножаем на 4. Разные виды алоэ. О, дамские пальчики. Помидорки, дамские пальчики. Вот это мы посадили. То, что это маленький такой. В горшочках они. Но мы выкопали в лесу и посадили. Большой. Так, алоэ по 95. 9,4. 36. Ну, около 400 рублей. Вот эти алоэ. Разные типы. Вот здесь маленькие для... Как оно называется? Флорариум. Флорариум или... Короче, для композиций. Ну, можно выращивать их большими. Ну, там тоже какой-то тип. Типа алоэ. Другой розовенький. Вот эти здесь тоже всякие разные. О, вот эти, кстати, тоже знакомые. Название не знаю. Вот эти в лесу растут. Это я такие на... Как их называют? Вазы ставлю. Вот это все как бы из леса. Ну, много растений. Ну, эти тоже вот везде растут. А там уже цветочки у них пошли. Так, здесь тоже зеленушки. Вот они, петунии. Угу. Ой, Анютины глазки. Лунтик, Лунтик, кам. Нау. Ой, эти. Чё-то забыла я название. Бархатцы.